Сбербанк будет финансировать строительство кораблей в Приморском крае. Об этом стало известно на встрече главы Приморья Андрея Тарасенко и представителей банка. Обсуждались значимые для региона проекты. Стороны заинтересованы в развитии сотрудничества, основу которому заложили еще в 2017-м. По словам представителей Дальневосточного отделения банка, в прошлом году они начали активно кредитовать юридические лица. Помогли развиваться промышленности, торговле и сельскому хозяйству. За прошлый год кредитный портфель вырос на 30%. В этом году хотят продолжить. Андрей Тарасенко подчеркнул, что присутствие такого надежного игрока на территории приветствуется, поскольку к реализации готовятся крупные инвестпроекты и стройки. Меня интересует, конечно, ипотека. Сегодня у нас по ипотеке есть схема работы для закупки служебного жилья. Процентная ставка, которую мы там оговорили, Минстрой, это 6,25 у нас получается. Нам она очень интересна, и мы готовы работать, потому что нам нужно сегодня строить много жилья. Также во время встречи Андрей Тарасенко передал банкирам просьбы жителей отдаленных территорий Приморья об увеличении числа банкоматов Сбербанка. Руководитель Дальневосточного отделения взял этот вопрос на контроль.